Современный физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории 40-го лицея в Петрозаводске. Депутаты побывали на месте будущей спортивной площадки и поделились планами с прессой. По проекту здесь появится футбольное поле с современным покрытием, легкоатлетические дорожки, велотренажеры. Площадка будет доступна не только учащимся самого лицея, но и жителям микрорайона. Этот ФОК открытого типа будет построен по программе «Спорт. Норма жизни», национальный проект «Демография». И на его оборудование, на его обустройство выделено 20 миллионов рублей из федерального бюджета, субсидия местному самоуправлению Петрозаводского городского округа. И более 20 миллионов рублей будет выделено на подготовку площадки для установки спортобъекта. Ну, мы отрабатываем с Министерством спорта Российской Федерации по данному вопросу, чтобы они ежегодно, вот как раз-таки там вопрос развития детско-юношеского спорта сейчас поднимается, и мы отрабатываем с ними для того, чтобы в каждый год по факоту, грубо говоря, получать для региона. Вот это как приоритеты, чтобы как можно больше детей и взрослое население вовлекать в занятия физической культурой и спортом. Детей, начиная от детского сада, детский сад, школа, внешкольная, да, и затем, чтобы и родители вместе с детьми продолжали вот это спортивное направление. Поэтому это хорошо. А когда стартуем? Сейчас администрация готовится провести конкурс на строительство комплекса. Новый ФАКОТ будет готов уже осенью этого года.